попросили, и я это сделал. Шикарнейший выпуск. Отвечай или страдай. Респект, друзья, с вами Габар. Это Лёх Столяров здесь. С вами Гусейн Гасанов. Здравствуйте. А, Дэн. Я ехал сюда, думал, да мне не страшно, я все видел. Короче, я когда сюда шел, я не знал, что подписывать. Главный вопрос сегодняшнего вечера, помешусь ли я? Посыпется манна небесно! Ненавижу твари! Да, да, да! Чувак, это просто пиздец. В этом суть игры! Я снял эту сучку. Серьезно увлекается БДС. Я тебя почти потрогал! Надеюсь, это электрошокер. Давай! Легенда! Не побоюсь этих слов Ютуба. Ну-ка сюда правильный ответ нести! Это что, черви? Друзья! Предлагаю поприветствовать нашего ведущего Дима Масленников! Дайте максимум сумму! Эх, какой масштаб-то сразу! Привет всем, это Дима Масленников и финал проекта «Отвечай или страдай». Как приятно, однако, но... Перед началом я хочу попросить всех вас сделать одну штуку. Подпишись на канал! А мы не репетировали, между прочим. Пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на канал. Ну что, вы готовы увидеть наших участников? Давайте тепло всех их поприветствуем, как будто мы им действительно рады. Ну что, первый участник, невероятно хороший, невероятно прекрасный. Я честно хочу выразить ему респект, потому что на протяжении всего развития моего канала я ориентировался в том числе и на его творчество. Легенда! Легенда! Не побоюсь этих слов, Ютуба и музыки на данный момент Эльдар Джарахов! Всем привет! Я сегодня умру. Клетку! Иди прям в клетку! Прям так сразу! Прям так сразу, а что, мы целоваться обниматься будем? No! Ты тут не в первый раз. Я скучал. Давай, прыгай. Прыгай, дружок. Блин. Ой, хорошо. Ты прямо вот там смотришься. Да, сейчас. Двухкомнатная. Сударь! Что следующий делает? Участник невероятно красивый, но так считает моя мать. Ты же уже здесь и не участвуешь. И он хвалится, что у него замечательные роли на руке. Дава Манукян! Хорош, ой, хорош. Роли на руке. Дава, я тебя поздравляю, твоя победа. Братанчик, а тебя за что? Как же мне нравятся их белые костюмчики, это просто невообразимо. Ну все. Что ж, следующий участник, я попрошу особенно громкий овации, потому что это член Лиги. Давайте поприветствуем Алексей Столяров! Есть, остался один! Хорош, хорош, хорош. Ну что, и последний наш чемпион, единственный, кто будет ловить все содержимое труп ртом, это Папа Габар! Папа на районе! Это конец игры, ребята, мы сломали!
Это правда. Я буду ловить все ртом. Кто здесь мне соперник? Я посижу, посмотрю с вами, ребят. Слышь, на сцене ты по-другому говорил. Ты слышишь, что такое смелый, когда мы в клетке? Давай сюда! Ты что-то смелый стал какой-то, я смотрю. Давай сюда! Ты что-то... В клетку к столяру. Габар, ты немножко перепутал. Давай, соседний. Волнуюсь очень сильно, и я надеюсь, что вы будете за меня болеть. Нет. Пидор ответ. Осуждаю. Давай! Ну, ребята, слова-то. Я захочу тело крови. Ключ здесь. Ключ здесь. Папа здесь. И начинаем игру. Закрывать клетку. Короче, мам, пап, знаете, я вас люблю. Слушай, а как реально, как ловить-то будем? Вот так, блядь, буду, вот так. Я вот так буду. А это многодетный отец Саша Гамбаров, вдруг кто не знал. Я смотрю, вы там что-то с Габаром это, не, да, чувак, дружились? Вот, не. Это вообще другой человек. Я не знаю, посмотри на него, блядь. Пошли вы нахуй. А если вот блогерский зоопарк был? Давайте возьмемся за ручки вначале. Давайте, как хотели. Пошли нахуй. Давай. Давай, блядь. Ну мы взялись. Конченый, блядь. Давай. Все будет хорошо, ребята. Сделаем самый лучший ролик. Раз, два, три. Первый вопрос. Слушайте внимательно. Начнем с простого. Что такое суперфекундация? Что? Суперфекундация? Фекундация? Что такое суперфекундация? Фекундация? Фекундация. Суперфекундация. Все. Это фикус. Постойте сказать. Суперфекундация. Все. Суперфекундация. Варианты ответов. Первое. Герой Марвел, появившийся в 1989 году, управляющий испражнениями людей. Номер два. Эффект, когда близнецы рождаются от двух разных отцов. Третье. Термин, обозначающий телепортацию частиц. Четвертое. Полное имя мальчика из Огайо, которого дома родители просто называют Супер. Время пошло. Блин. Это что за жопа? Вы что, гоните? Ну смотрите, о чем мы вместе обсуждаем или... Конечно, мы же команда, блядь! Суперфекундация, мне нравится прокал! Что такое суперфекундация? Фекундация? Фекундация, блядь! Нет, а если фекундация, то что, блядь? Это все меняет! Я дам вам подсказку. Это либо второе, либо третье. Время подходит к концу. Я хочу услышать ваш ответ. Через 3, 2, 1. Ваш ответ. 3. Эльдар ответил 2. Я хочу в это верить. Это близнецы, которые рождаются от двух разных отцов. Блин, а может близнецы по знаку зодиака? Блин, это такой бред. Близнецы от двух разных отцов. Ты что ответил, Габар? Я, к сожалению, блядь, вот этот бред, который близнецы от двух разных отцов. То есть Эльдар и Габар ответили 2, Дава и Столяров ответили 3. Термин, обозначающий телепортацию частиц. Давайте узнаем правильный ответ. Сука! Нет, блядь! Ну-ка давай! Папа здесь! Честно говоря, очень странный гинеколог из тебя, Габар. Ни одного ребенка так принял. Да. Блядь, больно, блядь. Сука, холодная, пидор! Ключ проебал! От двух разных отцов, сука! Эльдар, ты поймал? Да! А я, блядь, лицом пропустил! Как это возможно? Давайте поаплодируем Эльдару! Он действительно красавчик! Холодная, блядь, холодная! Холодная пиздец!
Действительно, суперфекундация – это эффект, когда близнецы рождаются при искусственном оплодотворении от двух разных отцов. Всего 10 случаев за всю историю. Я дал вам подсказку. Пи***а. Ну не расстраивайся. Хочешь массаж? Хочешь массаж простаты? Хочу массаж простаты. Опа. Дайм. Слава богу, Ильдар, спасибо. Раунд! Вы готовы ко второму вопросу? Я. Слушайте внимательно. Не дайте Джарахову выиграть. Он слишком хорош, чтобы выиграть даже в этом проекте. Внимание, второй вопрос. Какой из этих фактов я выдумал? Который не настоящий. Ну это же наебалово. Варианты ответа. У бегемотов розовое молоко. Второй. Единорог является национальным животным Шотландии. Третье. ДНК людей и бананов совпадают на 66%. И четвертое. Клубника не является ягодой. Время пошло. Ёб твою мать. Блять. Чё думаете? Это же что, где, когда? Что думаете? Обсуждение. Столяров. Тебе предупреждение. Вы уже трое сидите с предупреждениями. Я, честно говоря, недавно пил молоко бегемота. Вообще все звучит очень плохо. В этом суть игры, дружок. Подождите, единорога уже не существует. Он гений. Все, единорог. Да блин. Ваш ответ я хочу услышать через... 3, 2, 1. Ваш ответ! Бананка! Один. Один. Дава, ты считаешь, что у бегемотов не розовое молоко? Да я вообще так не считаю, я не знаю. Сука, как тупо получится, если это с единорогом, потому что это так тупо звучит. А, ты считаешь, что единорог является... Двухглавого орла тоже не существует в жизни. Блин, стой! Можно изменить? Да, но это будет на твоей совести, у тебя жена все-таки. Друзья, сейчас мы узнаем правильный ответ. Ловите ключи. Как я люблю этот моментик, так говорю. Блять. Сука. Игорь, мы в 2 часа за городом встречаемся? Да. Так у меня настроение чуть не очень. Ты как? Слушай, я лучше всех. А ты, Игорек. Эх, Игорек. Алло, где музыка? Ребят, у Мегафона самый быстрый мобильный интернет и лучшее покрытие среди всех операторов связи в России. Доказано независимым мировым лидером интернет-тестирования и анализа Укла. Честно говоря, я не знаю, какой оператор связи у Игоря, но явно не Мегафон. Ой, друзья, я отвлекусь буквально на минуту. Мама по видеосвязи из Челябинска звонит. Привет, мам. Привет. Дима, а Игорек где? Слушай, я не знаю. Алло, сеть. Ну, хуже уже не будет. Поймите, я вообще не переживаю, будет ловить сеть или нет, потому что у меня Мегафон. О, выживший вернулся. Ну да, ты опять номер один. Ну давай так, дай мне и моему новому другу такую симку, и в следующий раз мы посмотрим, кто вернется домой быстрее. В общем, друзья, не тормозите, а переходите на мобильного оператора номер один по скорости и покрытию. Ссылка в описании. Сука! Я прошу, я ничего плохого в жизни не делал. О, да, детка. У нас нет, да, ничего? Че это за херня? А почему я другого цвета? Ты поймал ключ? Блядь!
Как может у растения, у человека быть один ДНК? По-братски, обратите внимание на габах. Подожди, брат. Это, блядь, из... Габар, такое чувство, что он съел толпу смурфов. На самом деле уверенность поубавилась. Чувак, ДНК не может у растения, у человека быть одинаковым. Ты правильно ответил. Этот факт я выдумал, дружок. Серьезно? Все остальные являются чистой правдой. Блять, я каждый раз думал, как можно быть таким долбоебом, чтобы проебать ключ. Я только что это сделал. Столяр, ты не дотянешься? Попробую сейчас. Я тебе разрешаю забрать, если ты дотянешься. Сейчас, а штаны можно снять? Я попробую. Ну давай! Давай! I'm in the love of the other coast. Это какая-то магия Давы. Да, конечно. А как ты хочешь это сделать? Я хочу подцепить его крючком. Никогда не нужно забывать, что Лёха Столяровский спортсмен. До свидания, это невозможно. Перезаряжаем следующий вопрос. Лёх, но вариантов нет, блядь. Лёх, отличная жопа. Жопа такая, как будто качал её из интернета. Да вы за***ли, брат. Дай тебе ключ достану. Братан, нам дальше играть надо. Нам надо играть у Давы стояк. Прекрати. Так, ну что, мы переходим к третьему вопросу. И он действительно серьезный. Потому что его будет задавать человек не хухры-мухры, между прочим, а блогер, который непосредственно связан с науч-поп-контентом. Давайте пошумим для Утопия-шоу! Вот красавчик! Красавчик! Всем привет! Красавчик. Всем привет, ребят! Красавчик! Удачи! Проходите сюда, я уступаю вам это место. Да. Заходите, смотрите, я съебался. А можно новый выпуск, вы никогда это не загуглите? Внимание, у меня есть черный ящик. Ну да, пошел я нахер. Только это пакет, и он белый, но... Это заготовленный юмор, кстати. У меня в руках находится настоящая спиритическая доска Уиджа 1972 года. Здесь написано, что она выпущена братьями Паркер, Паркер Бразерс. Суть в том, что эту компанию сейчас выкупили, и она принадлежит, патент на доску Уиджа принадлежит очень известной компании, очень крупной, которую вы, скорее всего, знаете. И она занимается тем, что вообще, как будто бы, на первый взгляд, не связано с паранормальным. И у меня вопрос к вам. Как называется компания в данный момент, которая владеет правами на доску Уиджа? Apple! Там будут варианты ответов, брат, я тебе напоминаю. А, извините. Первый вариант ответа. Hasbro. Самый крупнейший производитель детских игрушек. Axis Maps. Они занимаются тем, что производят топографические карты. Amazon. Представлять не нужно, это одна из самых крупнейших компаний, занимается продажей и товаров в интернете. Что тебе непонятно? Amazon, ты знаешь, что такое Amazon? Да, Bezos владеет. Вот, молодец. Bezos! И последний вариант, который вы точно не знаете. Ravensburger. Что? Ravensburger. Суть в том, что вы точно не знаете, что это такое, но и ответа, что это такое, я вам не дам. В этом и суть. У вас 4 варианта ответа. А зачем ты это делаешь? Нам и так хуво. А если я отвечу на твой вопрос? Ты получишь ключ, Габар. Я в деле. Время пошло! Что непонятно? Ravensburgers — это кто такие? Никто не знает. Вы не знаете. Я знаю, вы не знаете. Блин, как мы можем отвечать? Ребят, время идет. Можно вопрос? Можно вопрос? Это автомобильная краска. У меня все лицо стянуло в какой-то хлам, блядь. Я чувствую, есть проблемы. Ravensburger, что такое? Ravensburger — компания занимается продажей всемирно известных пазлов. А что, это дает что-то? Hasbro. Я тоже думал. А? Алло, не переговариваемся, друзья! Ваш ответ с господином Топой мы хотим услышать через 3, 2, 1! Два. Первый. Ну давайте, вы что, ты уже сказал ответ? Да не все могут! Hasbro, блядь, давайте Hasbro. Я не ответил, я же ей сделал. Они реально думают, что игрушки выкупили... штуку, которая приманивает демонов? Типа, серьезно? А это логично. У него 2 ребенка, я верю. Да, но правда я выбрал бургеры. Ну что, давайте посмотрим, правильный ли ответ вы дали Топе.
Барабанная дробь! Что это? Что такое? А я думал, это как? Червяки, сука, мать ебал! Блядь, ненавижу тварей, блядь! И дай бог, я выронил ключ. Ключ здесь! Ключ. Есть! Ура! Первый ключ! Давайте поздравим Эльдара и Лёшу! Лёша открывает свой первый ключ! Блядь, сука, так очевидно было, да? Это изначально и была детская игрушка. Это просто игрушка. Давайте поаплодируем Топе. Спасибо вам большое. Брат, меня нормально слышно? Да. Отлично. У нас наказано двое игроков. Важный момент. У нас есть гранд-адмирал Суды. Посмотрите на него. Посмотрите, какой он красивый. Давайте поаплодируем. И он будет следить за вами очень внимательно. Друзья, если вы отклоняетесь от трубы, если вы начинаете обсуждать вопросы, то он может вас наказывать. А какие у него наказания? У нас наказано двое игроков. Кто? Столярик и Габарик. Столяров и Габар наказаны. На следующий раунд. Наказывай. Тихо! Сударь, почему? Я вас предупреждал несколько раз. Надеюсь, это электрошокер. Вы ни в коем случае не должны переговаривать. Чего? Ой, какие прелести. Это твои скобы, да? Ключ проебанный так. Да мне наплевать, Лешенька. Левую ручку давай свою. Еще, блядь. Ставь сюда левую ручку. Ой-ой-ой, какое дерьмо. Наказание максимально простое. Мы приковываем руку участника к клетке на весь следующий раунд. То есть он должен ловить все это только одной рукой. Жопный вопрос! Смотрите, и плюс, у вас, у каждого есть возможность за всю игру взять один бонус. Как только у вас будет открыт один замок, вы сможете раз за игру сказать: «Хочу хитрожопый ход». Тогда, если вы отвечаете правильно на вопрос, вам выпадает сразу два ключа от двух замков. Если вы отвечаете неправильно, мы возвращаем один замок. Жопный вопрос! Рука свободна. Ты чё, ебанулся? Жопный, я иду вабан! Габар, ты неправильно говоришь. Жопная тема! Через жопу что-нибудь там. Хитрожопый вопрос! Хитрожопая тема! Он не может применить бонус. Что такое? У него нет открытого замка. Могли бы и помолчал. Спасибо, ребята. Кто это сказал? Кто это сказал? Хитрожопая тема. Четвертый вопрос. У одного из вас есть небольшая фора. А именно у Дава. А, фора? А? Отбеленный анус ты имеешь в виду? Так, ладно. Тут шутки очень-то четкие. Так, четвертый вопрос. Что из этого изобрели армяне? Четыре варианта ответа. Армян. Автоматическая дверь. Второе – мангал. Третье – банкомат. И четвертое – микрофон. Время пошло. Чё там? Не смотрите на меня. Мангал или микрофон? В зале есть армяне. Слушай, второе слишком просто, да? Мангал, да? Я хочу услышать ваш ответ через 3, 2, 1. Бам! Ответ! Черт с ним. Один, автоматическая дверь. Я тоже хочу автоматическую дверь. Верните руку! Руку верни! Руку верни! Нет, ты наказан. Потому что вот это мафиози итальянское решило. Знаешь что, Габар? Правила есть правила. Они для всех одинаковые. Ты их нарушаешь. Ты их нарушаешь, ты получаешь наказание. Как серьезно сказал. Вроде бы как бы и не суд. Так, ну что, давайте узнаем, у кого из вас правильный ответ. Я хотя бы один ключ поймаю. Блин, козел! Я в рот! Я уронил ключ, сука! Еще один! Второй! Блин, ты дурак! А что мне, как ловить, блядь, так и? Блядь, очень вкусно пахнет каша. Бля, кашка вкусная! Каша пиздата. Вкусная была. Армяне реально сделали банкомат? Действительно, банкомат изобретен
армянином. Габара, ты не чувствуешь, что тактика ловить ртом не самая удачная? Согласен, да. Вы же поняли, что нарушать правила нехорошо. Чего? Мы что, опять нарушили? Нет, 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 нет. Просто на будущее. Больше так не делайте. Сударь, сударь, открой их, пожалуйста. Я так испугался сейчас. Следующий вопрос. Вы же знаете друг друга по YouTube. Верно. Вопрос максимально простой. У кого из вас на канале больше всего роликов? Первый вариант – Джарахов, второй – Дава, третий – Столяров, четвертый – Габар. Время пошло. Давайте каждый ответит. Да. Подожди, а шорты считаются? Нет. Мне кажется, у Столярова до хера. Я знаю, что у Элла... Эл, сколько ты, 12 лет снимаешь? Вот, это самый главный фактор. Но когда он сказал про тебя... У меня, чуваки, у меня 3 канала. Ваш ответ я хочу услышать через 3, 2, 1. За себя. Габар, ты ответил Леха. Блять, я его вижу ночью. Я его вижу днем. Так, про свою личную жизнь рассказываю. И он постоянно такой, что делаем, блядь? Давайте узнаем, у кого из ребят больше всего роликов. По-братски, Столяров, не подведи ты. Подведи, пожалуйста. Хоть раз. Не подведи, Столяров. Но почему? Просто говна в руку. Ключ! У меня больше всех роликов! Пошли вы к черту, черти! Друзья, я прошу отдельные аплодисменты, потому что у Лёши Столярова на канале 584 ролика. Это в 2 раза больше, чем у каждого из ребят, кто сидит в клетке. Есть! Ключ нашел! Давай, давай! Третий вопрос, но только первый ключ. Бля, ребята, а мне потроха, это воняет жутко. Ребят, давайте поаплодируем, потому что у Эльдара и у Леши Столярова по 2 открытых замка. У Давы и Габара по 1. Что, никто не хочет применить бонус? Я хочу блевануть. Я применяю. Габар, в следующем раунде ты применяешь хитрожопый бонус. Кто-нибудь хочет еще это сделать? Я. Пока воздержусь. Я тоже воздержусь. Не, хотя стой, не хочу. Все. Первое слово дороже второго. Дава и Габар применяют хитрожопый бонус. Ты выглядишь очень хорошо. Я рыбу раздержусь. Ты прям на фреше, понял? Друзья, переходим к следующему вопросу. Внимание на зал. Номер 1. Встаньте, пожалуйста. Номер 2. Встаньте, пожалуйста. Посмотрели на этого человека. Номер 3. Встаньте, пожалуйста. Хорошо. И, внимание, номер 4. Встаньте, пожалуйста. Бля! Внимание! Посмотрите на этих людей внимательно. И определите, кто из них серьезно увлекается БДСМ. Время пошло. Сударь! Я вообще блондина не вижу! Подведите блондина! Мужчина дальний, можешь подойти, пожалуйста? Вот посмотри, он любит порку или нет? Ты нижний. Габар как тюремщик. Номер 1. Номер 2. Номер 3. И номер 4. Всерьез увлекается БДСМ. Это часто? Блять, каждый вторник. Ваш ответ я хочу услышать через 3, 2, 1.
Это номер один, того рот шатал. Блин, я просто, она так уверенно стоит, я прям стропу там поставил. Стой, стой, стой. То, что она в БДСМ, это хочется каждому. Но на самом деле, это сударь. Сударь, ты ёбнулся? Я в глаза смотрю тебя. Я бы знал, сударь. Я изнутри тебя вижу. Давайте узнаем, кто из них после съемки вам принесет бандаж. А он майкой держит, можно? Не, чувак, видимо, неправильно. Шадишь, что ли? К сожалению, каждый из вас ошибся, потому что номер два, посмотрите на него. Это ты? Это он. Блять! Давайте поаплодируем ему. Я вот так, я был так близко, я тебя почти потрогал. Друзья, я хочу напомнить, что Габару и Даби возвращаются по одному замку. Сосать! Чувак, это просто пиздец. Еще пару таких сбросов, я превращусь в блюдо. Следующий вопрос. Назовите рост самого маленького ныне живущего человека в мире. Вот. Эльдар, какой рост? Кто живет в маленьком мире? Вариант ответов. 63 сантиметра. Второй вариант – 66 сантиметров. Третий вариант – 70 сантиметров. И четвертый вариант – 72 сантиметра. Нет, я не могу. Эльдар! Что думаешь? Я сейчас ментально свяжусь, у нас же у карликов связь, блядь. А я напоминаю, что обсуждение запрещено. Я, блядь, никогда не выиграю в этой игре, блядь. Я хочу услышать ваш ответ через 3, 2, 1. Ваш ответ! 4! Давай 3. Джарахов ответил 4. Дава ответил 4. Столяров ответил 3. Габар ответил 3. Мне кажется, 3 правильный ответ. Ты ответил 4. Давайте узнаем правильный ответ на вопрос. Ой, дерьмо сейчас. Да посыпется манна небесно! Опять неправильно. Ребята, там кто-то срет. Я ключ ебал, сука! Мать его, блядь! Ты тоже? Кажется, да. Мы что, дебилы? Дава! Чё за дела? Ну, братан, ну скользко все, ну у меня уже, блядь, писа на руке, нахуй. Только я не пойму, как у меня вывалился ключ, в какой момент. Где ключ? Стоп! У меня он может на рубашке остаться? Да. Как двигаться, сейчас? Я смотрел, миссия невыполнима, надо... Может, он у тебя в кармашек залетел? Может быть, на краю клетки еще посмотри. Я сейчас обосрусь. Как же тупо сейчас получится. Блядь, что за Гарри Гудини-то? Ребят, вы что, не скинули ключ? А, открой, да, я посмотрю. Нет. Наш косяк, ребята не положили ключ. Браво! Браво! Ну, ребят, тухловато, если честно. Я не про запах. Заебись! Заебись! Ну что, переходим к следующему вопросу, пошумим! Какой факт я не выдумал? Не выдумал! Который реально существует. Всем понятно? Замечательно! Какой факт ты не выдумал? Ты мое солнышко. Первый вариант ответа. Молния, тот еще сексист, потому что бьет мужчин в 6 раз чаще, чем женщин. Второй вариант. 5% верхнего слоя льда Антарктиды состоит из мочи пингвинов. Третий. Последняя дальневосточная пантера погибла, споткнувшись о свою жертву и упала с обрыва. Блять, это очень смешно. Это правда, Эльдар, запомнил. И четвертый вариант. Осьминог по имени Вальс из Дюссельдорфа умеет играть на ксилофоне. Время пошло. Мне кажется, осьминог на ксилофоне. То есть один факт правда. Окей. Блядь, видно за пантеру. Какой факт реальный? Еще раз, реальный из этих. Мне все нравятся вообще. Я хочу услышать ваш ответ через... 3, 2, 1! Ваш ответ! Эльдар и Габар думают, что молния тот еще сексист. Да, уже третий раз. Совпадение по ответу. Я думаю, это правильно, на самом деле. А вы вдвоем
думаете, что осьминог берет молоточки и херачит по ксилофону? Но это так легко представить. Это так легко представить. Я надеюсь, что пингвины несут так много, вот что это. Давайте выясним, кто ответил правильно. Ловите ключи, да ради всего святого! Я столько ответил на вопросы, у меня все замки висят, мама! Просто пришли мне три ключа, я домой хочу. Я в парке Горького, гол! У меня ключ вылетел! У меня это моча? Я это получил, масло! Я получил три ключа! Это масло! Ой, ой, ребята, внимание! На голове в соус четвертый. Я снял эту сучку. Ребята, ребята, при правильном ответе вылетает несколько ключей. И только один из них верный. Ебать, мне повезло! Я уронил, у меня остался один, который рабочий. Можно вопрос? Ключ выпадает всегда от верхнего звонка? Да, даже когда у тебя нижний остался, все равно, сука, от верхнего. Блядь, да пошло все, Анон. Что, не открыть, что ли? Я какой-то говне. Я просто, блядь. Ты откроешь? Я не могу, блядь. Ха-ха, блядь. Вот когда реально все плохо, когда вот реально вот ты весь в дерьме. И а ты открываешь один замок, и ты знаешь, что происходит? И ты радуешься, как дурачок. Ты думаешь, блядь, один замок. А у Дрохова два осталось. Два осталось. Следующий вопрос в «Отвечай или страдай». И этот вопрос задам не я, а человек, которого вы все знаете, и которого вы все знаете, и которого вы все знаете. Давайте пошумим для Полины! Опа, опа, опа! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Неожиданно! Вопрос. С кем из вас я не была в одном ролике на YouTube? Варианты ответа. Что? Зарахов. Да. Ну, понятно, 4 варианта Столяров, ответа. Габар. Время пошло. Когда Дима сказал, вы все ее знаете, она вышла, я не знаю, кто это. Реально? Я с Димой снимал пару роликов. Она там была? Стой, подожди, нет. Ты с ней вообще не снимался? Не могу сказать. Парни, вы ничего не забыли? Друзья, ваш ответ с Полиной мы хотим услышать через 3, 2, 1. Ваш ответ? Я за себя похуй. Я думаю, с Жараховым она не снималась. Хотя мне тоже кажется, с Жараховым. Я никогда не снимался с Полиной. И если я не прав, вам нужно будет сюда все пруфы вынести. Я захочу тело крови. Друзья, давайте узнаем правильный ответ через 3, а правильный 2, ответ здесь. 1. Ну-ка сюда правильный ответ неси. Это что, черви? Нет. Ура! Ключ, блядь! Аж с кем? С Давой? Ты с Давой не снималась? Да, она не снималась с Давой. Короче, мы с Полиной познакомились лет 6 назад, да, в Тиндере. И она снималась в клипе «Покебол», да. Привет, Полин, рад тебя видеть. Классно, что ты меня сразу узнал. Привет, Эльдар. Эльдар, честно говоря, я просто охерел, когда ты сказал, что ты ее не знаешь. Так я пытался их отбивать, я же должен их выиграть. А где мы с тобой снимались? А вот теперь габар для тебя. Я очень долго искал, в каком ролике вы оба присутствуете. И вдруг на меня снизошло, что у меня есть влоговый канал «Просто масло». А на открытии шаурмы нашей, кажется, и ты, вдвоем, и Полина, да, присутствовали. Поэтому правильный ответ, Дава. Давайте поаплодируем. Да, да. Полина, Ауфидерзейн. Господа страдающие, я скажу вам одну вещь. Некоторые из вас не учатся на ошибках других. Да нет. Я выйду из клика и дам тебе пи***лей. Папа Габа, не мороси. Дава, да, я принес тебе новые роли. Новые роллы! Ничего страшного. И это что? Руку давай, говорю! Я согласен, что у Давы очень хуйно все. Да меня-то куда? Ну типа толку вообще никакого. Вторую тоже можно пристегнуть. Хельдару, причем. Какие вы все грязные. Ты нашел, кого наказывать? У меня 5 ключей висит. Давайте посмотрим на клетки. Как вы думаете, кто выбился вперед? Это точно не Дава и не Габар.
У них по 5 замков, у Столярова 4, у Эльдара всего 1. И, возможно, следующий вопрос станет последним, и он станет победителем финала «Отвечай или страдай». Столяров, не хочешь бомб взять? Не. Возьми, блядь, возьми час. Ну, а когда? Сейчас, блядь, он откроет. Давай, ладно, хитрожопую историю. Хитрожопый бонус хочешь, да? Да, хитрожопый хочу. Столярову хитрожопый бонус. Хитрожопость хочу, когда все проебано. Вот это хитрожопа. У тебя еще не все проебано. Посмотри на них. У них и хитрожопого бонуса. Да, посмотри на меня. Возможно, это финальный вопрос сегодняшнего ролика. Какого фрукта не существует? Рука Буду. Саина. Атымоя. Кто? Атымоя. Чуни. Чуни? И четвертый канистель. Время пошло. God damn. Давай сразу отвечать. Если Эльдар победил, нет, он победил. Нет, не сразу, подумай. Там что? Три варианта ответа, три? Четыре, брат. Ты что за тип? Ваш ответ я хочу услышать. Через 3, 2, 1. Ваш ответ. Три пусть будет. Один. У меня чуни, я хуй знаю, там номер какой. Если у тебя чуни, скажи. Чуни, у меня чуни. Пускай будет канистель. Его настолько насрать. Он просто ебет нас в анал люто. А просто. А чуни полностью называется чунилингус? Чунилингус. Давайте выясним, кто ответил правильно. И победит ли Эльдар Джарахов. А когда я смотрю на Эльдара и на Алешу, и мне хочется сказать, обоссан. Действительно, ребят, правильный ответ – чуни. Чуни – это обувь для того, чтобы вы сходили ночью пописать. Братан, а прикинь, сейчас будет камбэк просто. Нет, сейчас я отвечу правильно, и будет камшот. Давайте прямо сейчас ответим на очень важный для человечества вопрос, который всех здесь интересует. Сколько же весит самый большой пенис в мире? Кто? Я-то думаю, что ты спрашивал, сколько мой член весит? Я дураком себя чувствовал, брал эти весы гигантские. Первый вариант – 300 грамм. Еб... Второй – 500 грамм. Это мой. Третий – 750 грамм. И четвертый – практически килограмм. Время пошло! Еб... член. Я хочу, чтобы Эльдар выиграл. Хочу напомнить, что члены есть не только у людей. Человеческий пенис. А, человеческий. Ребят, тогда... Это не человеческий пенис, если честно. И все это не ладошками. Друзья, я хочу услышать ваш ответ через 3, 2, 1. 750. Третий вариант, я не понимаю. Третий, габар. 300 грамм. А просто, я пытаюсь взвесить свой член. Я думаю, это грамм 50. Но серьезно, я как бы не понимаю, как это взвешивается. Последний, 4. 3. 750. Я бы хотел, чтобы мой член весил 300 грамм. Давайте узнаем ответ на этот замечательный детский вопрос. Килограммовый хуй, давай. Конечно, Эльдар килограммовый захотел бы. Может, многочлен. Эльдар ходит в клетке в этой вечности сидеть. Наконец-то насрали на нас. Мне высыпали сахар! Килограммовый член! Килограмм! Хорош! Хорошо, хорош! Вот это очень сильно влияет. Честно говоря, я в жизни не видел, чтоб такой громадине. Эльдар, выживи, пожалуйста. Эльдар, ты действительно прав. Практически один
Килограмм, это что такое? Давайте закроем эту тему. Друзья, пошумим специально для Эльдара Джарако. Он становится победителем проекта «Отвечай или страдай». Можно я скажу самое главное? Друзья, пожалуйста, каждый, кто смотрит этот видос, должен перейти на канал Кликлака, потому что они возобновляют свою деятельность, и поддержать их невероятный проект, потому что это легенды Ютуба, и так должно продолжаться. Эльдар. Пожалуйста, нет. Ну, можно? Я потом заберу. Держи. Спасибо. Спасибо большое. Пригоняйте на концерты, кстати. Что ж, на этой замечательной ноте мы завершаем проект «Отвечай или страдай». Воу! Друзья, кстати, финал шоу мы снимаем на Плюс Дача. Летние площадки для подписчиков Яндекс Плюса. Отдельные аплодисменты для них, потому что без этих ребят этой съемки бы не было. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и Дима Масленников. Ой, а можно все вместе? Дальше будет еще интереснее. Да, типа этого не было. Ну и Дима Масленников дальше будет... Еще интереснее! А, хорошо! Все, спасибо вам, ребята, большое за съемку. Вы все свободны. Всем муа!